В Центре духовно-нравственного воспитания «Анага Тагзым» состоялась презентация социальных проектов, направленных на поддержку малообеспеченных семей, многодетных и одиноких матерей, а также граждан, имеющих ограниченные возможности. Все услуги будут оказываться совершенно бесплатно. Подробности в материале Гульдана Хален. Один из первых социальных проектов «Аналар Аманаты». Он направлен на обучение и пропаганду национальных ремесел. В рамках данного проекта желающие могут освоить навыки рукоделия. Постоянно так у нас бесплатные мастер-классы, эко-сумку мы проходили, теперь вот сегодня бисер, плетение идет у нас, потом курпешки делаем тоже. Ну, это как считается, мы помогаем нашим мам освоиться чем-то там, чтобы дома не сидели зря. Следующий проект «Мира», где психологи работают с девочками-подростками, проводят с ними специальные тренинги. Эти консультации организованы в целях профилактики ранней беременности и правонарушений среди подростков. Пройдя тренинг с метафорическими картами, я смогла выявить свои страхи. Психолог помог мне их распознать и расшифровать. Я получила хорошие рекомендации, поняла, что мне нужно больше выговариваться, не хранить внутри обиды. Особое внимание уделяется и теме воспитания дочерей, а именно это обучение вежливости, доброте, манерам речи, правилам поведения в социальной среде. Далее в рамках проекта «Кугам Лайф» ответственные специалисты консультируют и направляют по вопросам социальной защиты и выплат, а также предпринимательской деятельности. Вместе с тем в здании «Анага Тагзым» прием женщин будут вести и врачи практически по всем направлениям. Мы этот проект начали в июле, видим вот месяц посмотрели, видим, что люди приходят и будет дальше работать. Вот мы на август теперь готовим график, потому что же есть врачи, есть психологи, нам нужны график создать, и мы все это объявляем, в какой день какой врач или какой психолог принимает, или какие специалисты по общественному приему проводят. Отметим, все социальные проекты реализуются на бесплатной основе. Это сделано с целью оказания поддержки социально уязвимых слоев населения. К слову, желающие могут посетить центр «Анага Тагзым» с понедельника по субботу с 10 часов утра до 5 вечера. Телефон для справок 56 46 86. Гульнана Халенқызы, Манжуат Магомбетов, телеканал Ахтубе.